Черный снег, черное настроение. Сразу несколько городов Кузбасса покрылись необычными осадками. Жители региона выкладывают фото в соцсетях и высказываются в том смысле, что белому снегу они бы удивились, а черный – совсем нередкое явление. Причиной выброса угольной пыли сочли неисправности оборудования на обогатительном заводе в Прокопьевске. Однако власти Кемеровской области утверждают, что проблема гораздо шире, чем неполадки на одном конкретном предприятии. Нам в наследство от предыдущих периодов досталась тяжелая экология. Угольные разрезы приблизились вплотную к городам. И целый ряд уже угольных предприятий подписали соглашение, что они за свой счет расселяют жителей домов, которые находятся вот этой санитарно-защитной зоне. В региональном руководстве считают, что свой вклад внесли и угольные котельные, и автотранспорт, и неблагоприятные погодные условия в это время года.